Тисячі демонстрантів пройшли вулицями Тель-Авіва з гаслами проти уряду прем'єр-міністра Нетаньяху. Сталося це після оприлюднення міністром юстиції Рівом Левіним планів про перегляд судової системи Ізраїлю. Протестувальники із такими реформами не погоджуються. Йдеться насамперед про пакет змін, який суттєво обмежить повноваження Верховного суду блокувати закони та урядові рішення. Крім того, надасть уряду контроль над вибором суддів. Володимир Зеленський очікує від Ізраїлю більшої підтримки. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук і підкреслив, що уже 10 місяців сподівається на кроки Ізраїлю у відповідь на російську агресію. Втім, публічно офіційний Тель-Авів не робить жодних гучних заяв на підтримку України. Водночас, за словами Корнійчука, в Ізраїлі лікують наших поранених військових і надають гуманітарну допомогу. Проте президент Зеленський хоче бачити дії і в публічному просторі. Про це поговоримо з нашим наступним співрозмовником Аркадій Мілман, голова програми вивчення Росії Інституту досліджень національної безпеки з Тель-Авіву, колишній посол держави Ізраїль, є нашим співрозмовником. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю пане Аркадію. Доброго дня. Які ваші очікування від нового уряду, який після того, як пан Нетаньяху отримав перемогу і тепер має честь формувати уряд і сформував уряд, чи зміниться політика Ізраїлю стосовно України? Як ви оцінюєте? З вашого дозволу я буду спілкуватися російською мовою. Прошу. Дуже сложний у вас вопрос, тому що це загадка, яка, в принципі, тривожить всіх у нас, всіх тих, хто підтримує Україну. В том числе и меня этот вопрос тревожит. Я очень надеюсь, что политика только улучшится в этом ракурсе и в этом плане. Но, с другой стороны, уже было несколько таких сложных фактов, о которых вы тоже, я думаю, говорили в своих программах. Это, в первую очередь, министр иностранных дел, новый министр иностранных дел, позвонил министру иностранных дел России Лаврову, вместо того, чтобы... С моей точки зрения, в первую очередь, позвонить министру иностранных дел Украины. С другой стороны, объяснение, которое было затем дано, это что министр иностранных дел России сам попросил телефонный разговор для того, чтобы поздравить нового министра с вступлением в должность. Но, с другой стороны, не было разговора пока с министром иностранных дел, и это огорчало. Я очень надеюсь, что, во-первых, гуманитарная помощь будет продолжаться по всем направлениям. Это тоже очень важная помощь. Но и надеюсь, что различные аспекты военного сотрудничества между нашими странами будут усиливаться. Пане в данный момент есть определенные... Перепрошую. Якщо говорити дипломатичною мовою, оцей проміжок, коли пан Елі Коен може подзвонити пану Кулебі, коли він може відбутися, зважаючи на те, що Лаврову він вже подзвонив? Ну, с моей точки зрения, это можно сделать прямо сейчас. Попросить разговор у министра Кулеба, я думаю, что он согласится. Но это пока я не вижу, что это происходит. И это, конечно, огорчает, и, безусловно, это не улучшает ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся. С нашей точки зрения, в особенности, я еще раз говорю, среди огромного количества людей в Израиле, которые поддерживают Украину. Если мы говорим в общих процентах, то большинство жителей Израиля поддерживают Украину, а не Россию. Есть маленькое количество действительно процентов, которые поддерживают Россию по тем или другим причинам, которые вызывают у нас удивление, но это существует, это факт, и мы это не скрываем. Ну, але дивіться, міністр Елі Коен уже заявив, що країна продовжить гуманітарну допомогу Україні, але про Україну говоритиме менше і менше говоритимуть публічно. Чому про так? Про війну. Про війну в Україні, звісно. Сложно мені об'яснити ці слова міністра, чому. Він, з однієї сторони, сказав, що треба говорити поменше об Україні, о війні, і тут же став говорити о том, на это, в своєму першому виступленні, на форуме в Министерстве иностранных дел о том, как он будет говорить с министром Лавровым и как он будет дальше обсуждать с ним различные темы. После телефонного разговора он сам опубликовал, министерство опубликовало отчет об этой беседе и так далее. То есть есть там определенное противоречие в его словах. Если надо меньше говорить, значит, здесь так говори меньше. Если ты говоришь больше, тогда не говори, что надо говорить меньше. На мой взгляд, это отсутствие опыта нового министра. Он никогда в жизни не занимал каких-либо дипломатических постов. И для него это серьезное повышение. До этого он был министром экономики одно время, там министр
в управлении разведки, но он не является профессиональным дипломатом, и я думаю, это отсутствие опыта, и таким образом получились такого рода ошибки. Ну, така ця заява, вона була дуже гучна для України, і багато було різних трактувань. Чи можна говорити про те, що Ізраїль зараз вирішує стати на сторону Росії з якихось причин? Нет, я не думаю, что настолько неправильными будут действия нового правительства. Тут нет вопросов, на чью сторону встать. Тут скорее вопрос, каким образом обеспечить интересы Израиля, которые имеют отношение к защите северной границы с Сирией и Ливаном, где находятся войска Российской Федерации. И этим обусловлено вот такое виляние в одну сторону, в другую, такое хождение по этому канату, то в эту сторону, то в эту сторону. Хотя, с моей точки зрения, правильнее всего, и, в принципе, так считает большое количество у нас людей и в политическом истаблишменте, что надо занять четкую проукраинскую позицию и однозначно помогать Украине по всем направлениям. Кстати, Израиль является частью группы Рамштата, да? Так что с этой точки зрения как бы мы должны помогать, раз мы в этой группе. Но, с другой стороны, есть вот действия нового правительства, которое не только в отношении Украины, но и во внутренних вопросах. Сегодня у нас серьезный кризис по многим вопросам, и, соответственно, это тоже часть вот этого восприятия, как новому правительству надо действовать. Пане Аркадію, але дивіться, весь цивілізований світ, він намагається максимально відсторонитися, якщо можна так сказати, від контактів, від співпраці з Росією, з Кремлем. Ми бачимо, до цього призводить залежність, та в контексті Європейського Союзу, енергетичної співпраці. Чи є в Ізраїлю така співпраця, такі галузі, які дійсно вимагають від вашої країни тісної співпраці з Росією? Чи тут все ж таки є якісь особистісні уподобання, там гедоністські прив'язки певних осіб? Нет, не думаю, что... Во-первых, я с вами согласен, что абсолютно весь цивилизованный мир должен занимать четкую позицию. Он занимает четкую позицию по поддержке Украины, и тут не должно быть никаких сомнений. И всегда есть в истории такие перекрестки, где надо занимать определенную политическую позицию и с моральной точки зрения, и с политической точки зрения. В чем проблема Израиля? Проблема Израиля в том, что полностью северная граница находится в абсолютно небезопасной зоне для Израиля. Это говорит о том, что иранские стражи революции на данный момент имеют много своих частей в Сирии, где они располагаются. Там и располагаются российские части, которые обладают определенными средствами ПВО С-300, которые могут действовать против самолетов Израиля, которые бомбят и иранские позиции, и бомбят перевозки оружия иранцев к Хизбалле, террористической организации в Ливане. Этим обусловлено желание поддерживать какой-то контакт с Россией, чтобы не привести там тоже к каким-то военным действиям со стороны России. С другой стороны, если бы России тоже не было выгодно, чтобы Израиль боролся против иранского влияния, то, наверное, они бы нам тоже не позволяли бы это делать. Поэтому в этой ситуации есть в какой-то степени и преимущество для Украины, что мы бьем эти иранские части в Сирии, не даем им возможности там развиться и продолжать там находиться, и перевозки оружия в Ливан. С другой стороны, есть тоже, уже об этом писалось у нас тоже в прессе, и в американской прессе, о сотрудничестве между Украиной и Израилем по вопросам, которые связаны с беспилотными вот этими летаками. И поэтому с этой точки зрения есть тут совместимость интересов между нами и Украиной, и это, безусловно, положительно для Украины и для нас. Но, в общем, я с вами согласен, что Израиль мог быть значительно более ассертивен, значительно более правильно вести себя, и, в принципе, для этого нет каких-либо особых таких препятствий. И надо принимать просто решение. Я надеюсь, что все-таки в какой-то момент новое правительство образумится и будет принимать правильные решения. Ну, от поки Израиль вичікує, мовчить, щось там думає, фактично от гучно з якою заявою підтримки він так і не виступив за весь цей час. Поряд під боком у Ізраїля посилюється Іран. З одного боку, іранські дрони розбивають нашу економіку, забирають життя, руйнують помешкання. У відповідь, очевидно, Іран
отримує за це щось. І дуже часто в цьому контексті згадують іранську ядерну програму, що Росія платить Ізраїлю, можливо, технологіями, якимись напрацюваннями, можливо, літаками. Як би Ізраїль міг допомогти Україні вгамувати Іран? І чи в інтересах це Ізраїлю? Там только вы ошиблись, вы сказали, что Россия помогает технологически Израилю. Она помогает Ирану. И Ирану дарует, да, да. Ирану, известно. Безусловно, тут есть общность интересов у нас с Украиной. И после того, как в небе Украины появились иранские беспилотники, сразу, скажем так, началось более тесное сотрудничество между Израилем и Украиной по этому вопросу. Следует не забывать, что Израиль несколько месяцев тому назад бомбил иранские беспилотники, точнее, завод иранских беспилотников, точнее, не бомбил, а там была какая-то акция, и это приписывается Израилю. Я думаю, что это Израиль сделал. У нас как бы прямой интерес это делать. И были уничтожены тоже много иранских беспилотников. Эта тема волнует нас, волнует Украину, и я думаю, что там сотрудничество будет развиваться очень тесно и очень быстро. Пане посол, ну і знову ж таки, якщо говорити про співпрацю України, повертаючись до співпраці України та Ізраїлю, ми вдячні за величезний гуманітарний внесок Ізраїлю в те, що як ви допомагаєте нашим постраждалим від війни. Але скажіть, будь ласка, чи можна розраховувати на посилення цієї програми, чи можна розраховувати на те, що внесок Ізраїлю в реабілітацію українських військових, він може найближчим часом зрости набагато? Я думаю, що можна розраховувати. Я думаю, що, во всяк случай, у нас в Ізраїлі всі організації общественні, які займаються вопросом допомоги Україні, давять на правительство, щоб це було. І все время речі йде про те, щоб це робити. Були якісь попытки каких-то там определенних лиць, це там 10 или 15 человек выступать против этого. У меня есть подозрение, что с этим были связаны непосредственно, скажем так, российские деятели из России, которые подстрекали этих людей. Но основная масса всех поддерживающих Украину давит на правительство, чтобы именно эта помощь гуманитарная была усилена. И все время идет гуманитарная помощь. Вот сегодня я разговаривал с одним из своих знакомых, который собирает гуманитарную помощь большую, отправляет. И это только маленький пример того, что делается для того, чтобы помочь Украине. Все об этом думают, это на постоянной основе. И это происходит, и я думаю, что это будет только усиливаться. Дякуємо вам. Спасибі велике. Аркадій Мілман, голова програми вивчення Росії Інституту досліджень національної безпеки з Тель-Авіву, був на прямому зв'язку із нашою студією. Спасибі велике.